Татьяна, очень приятно видеть вас Ледову. Очень хочется спросить вас, как опытного представителя шоу-бизнеса, вообще, как вам то, что здесь происходит? Вы знаете, вот только сейчас мы говорили с мужем, он там сидит просто вот как раз, что настолько, несмотря на то, что я, в принципе, в футболе разбираюсь, ну, как, если можно так сказать, разбираюсь лучше, чем в хоккее, потому что, ну, в силу там профессии мужа своего, но настолько здорово организовано вообще досуг, действительно, отдых для людей, которые приходят, помимо того, чтобы болеть, не помимо, в первую очередь, болеть за любимую команду, еще и можно, не знаю, перекусить, можно попить, там, например, сока какого-то, ну, в принципе, отдохнуть. Как-то все это весело, здорово, с экранами, с какими-то развлечениями. На самом деле, сюда приходят семьи, посмотрите, вот сколько сидит народу с маленькими детьми, мы пришли со своим ребенком. Вообще ни слова мата, ни слова каких-то грубых выражений. Вот что, кстати, к сожалению, на футболе бывает, я не знаю, с этим, конечно, как-то надо бороться. Действительно, семейный отдых замечательно нормальный, такой здоровый, и это действительно пропаганда здорового образа жизни. И помимо еще всего, конечно, за любимую команду, за сказ, который я ужасно рада, что по прошествии там какого-то времени, вот я помню, мы с Владом ходили лет, наверное, 6 назад, 7, когда мало было народу в аренах ледовых, не знаю, ну, в силу каких-то причин. И мне очень, я очень рада, что сейчас полный абсолютно, вот, называется, полный стадион. И, в общем, зрители ходят, и я слышала, что хотят даже построить новый какой-то стадион, ну, не стадион, как-то арену новую, более такую, так сказать, вместительную. И я думаю, что будут ходить и еще больше народу. Поэтому можно только поблагодарить, поприветствовать организаторов и руководство СКА. Просто молодцы, просто молодцы. Я на хоккей была в прошлом году, но я вообще, в принципе, редко хожу, потому что у меня там много своих еще такой работ, перемещений. Но вот на хоккей прихожу с удовольствием. На футболе, кстати, очень давно не была. А по происходящему на площадке, если я что-нибудь расскажу? Наши пока проигрывают. Но я надеюсь, что это, ну, сейчас все исправится. Ну, команда противников, на самом деле, это, по-моему, они первые, адмирал, одной из первых таких вот, вообще первый приезд в Питер, да, и первый выход такой вот в этой лиге. Ну, молодцы, они хорошо играют. Я желаю нашим играть лучше и все-таки победить.